Итак, дорогие друзья, всех приветствую. Сегодня у нас доступен ранний доступ игры Викингард. Давайте посмотрим. Игра представлена компанией NetEase Games Global. Пока на данный момент я, конечно, много встречал различных проектов по теме викингов, но вот этот обещает, судя по скриншотам, очень много интересного. Собирай, улучшай героев викингов. Ну, построена скандинавской мифологией. Тщательно обдумал решение. Мне кажется, это стратегия. Выбери, с кем завязать роман. Ух ты. Тут даже можно романы заводить, оказывается. Воспитывай наследников. Ну, запускаем, посмотрим. Мне кажется, это что-то между среднее, типа султаном. И в такой тематике очень много игр, кстати, было. Да, довольно, кстати, приятная анимация, живая. Выглядит довольно достойно. Итак, начинаем. Покрытый льдами и снегами Блин. Почему мне графика напоминает очень сильно заставки World of Tanks? Итак, создание персонажа. Изяслав, ну имечко. Да тут прям смотрите, можно образец Рагнара Лодброка создать. Так, одежда, тату на теле, левая, правая рука. Ух ты, да тут мы прям смотрите, полностью настраиваем персонажа. Интересно. Вот это вот настоящий викинг, сразу видно. Ну, можно вот такой вот, потому что я вот, не особо люблю так, конечно. Нужно выберем северную на теле. Левая рука. Вот красный щит у нас будет, а вот в левой руке только топор. Видите, есть обычный вроде бы это, по-моему, знак вардруны. Можно создать женщину, да? Ну, давай посмотрим образцы женских персонажей. Ну да, тут, кстати, есть образцы героини из сериала «Викинги». Мне кажется, разработчики этим и вдохновлялись. Это довольно интересно. Короткая стрижка. Я создал мужского персонажа, так у нас выглядит, ну, более-менее нормально. Итак, теперь имя. Имя, какое же имя вести? Давай-ка мы, наверное, введем вот такое вот имя, не знаю, пройдет оно или нет. У нас будет такое. Так, окей, ну персонаж у нас, ну что теперь делать? Куда теперь идти? Хильд. А, дай-ка угадаю, по типу Хильды, великой богини скандинавской. Наконец-то ты вернулся. Ты первый, кто приветствует меня. Племя Фарун ждет возвращения своего конунга. После того, как твой отец исчез, Фарун погрузился в хаос. Племя Кровавого Шрама часто нападало на нас. Не бойся, я заставлю этих мерзавцев расплатиться за все, что они сделали. Так, ну, я так и подумал. Это стратегия. Кровавый Шрам вернулся. Прямиком к моим дверям. Увидимся после смерти. Да, кстати, викингов было честью, так сказать. Смерть — это только начало. Интересно, кстати, боевка выглядит. Вот и кровавый шрам. Ты как раз вовремя. Как тебе мои подарки? Специально для тебя приготовили. Я брошу тебя в костер и посмотрю, как ты обратишься в пепла.
Харвард. Это все из-за меня. Ну, я говорю, это типа... Дай мне силы, я прикончу кровавого шрама. Так, здесь у нас получается, мы собираем персонажей. Занимаемся улучшением героев, которые у нас есть. Пойдем спасать Хильду. Локация. Ну, довольно, кстати, приятная графика. Кровавый шрам, я покромсаю тебя на фарш за то, что ты сделал с Фаруном. Значок сражения. Битва с боссами, битва за славу. Ну я говорю, довольно приятно играть. Еще очередную победу. Это смотри, какой вот, как трусливый пес какой-то. Хильд. Даже Фенрир не сможет остановить меня, если тебе что-то угрожает. О! Свадьба сыграли, теперь я разблокирована спутница. How come you don't invite me to drink anymore? Хильда. Несмотря на то, что мы победили кровавого шрама, в северных землях все еще опасно. Только набравшись сил, племя сможет отбивать нападение. Я помогу тебе стать великим конунгом. А теперь позволь мне показать наше племя. Ну, как я говорил, ребят, графика довольно приятная. Выглядит очень на игрушку тоже хорошо, красиво. И, по крайней мере, вот графика ее очень радует глаз. Ну, это как бы типичная стратегия. Так, она не увеличивает, да? Нет, не увеличивается. 8 побед в локациях. Интересно, чтобы отправиться в далекие края, вы едете в Восточный Арос в поисках союза с его конунгом Брандом. Но его войско атаковало вас, прежде чем вы успели что-то сказать. Они, смотрите, вот они даже персонажей в игре нарисовали очень похожими на тех героев, что были в сериале «Викинги». Интересно. Так, у нас собирается материал. Мясо, слава, золото. Ускорение, типа, ну что, видите, кнопочка немного подлагивает. А это нам надо шкалу заполнить. То есть вот у нас на лбу заполняется шкала боя. Готово. Еще одна победа. Так, закрываем и возвращаемся. Ну давай посмотрим. А, нужно 8 побед одержать. Так, улучшить Харвард до 20 уровней. Увеличивается сила Спирмен Харсис, может, на 0.5 на сцене святыни побережья Гринбингер, шахты, Аутинг, Эллиенс Рейд и Эллиенс Клэш. Ну, кстати, вот уже довольно часто встречаются подобные игры в Google Play. Я уже долгое время встречался такое. Не встречал подобных игр, чтобы она вот так вот детализирована была обработана графика в игре, но выглядит довольно достойно. Так, нам же получается вступать в связь, чтобы найти больше друзей вместе с разблокировать способ проведения локации. А, ну тут локации надо, получается, пройти. Ну, давай пройдем эти локации, раз уж такое дело. А, то есть мы можем ускорять наших викингов, чтобы они были бежали быстрее. Немного
немного подлагивает. Но это только-только в ранний доступ вышло. Так, следующая локация. Давайте, наверное, мы не будем использовать. Так, до 6 их рывок предполагает. Значит, в дальнейшем на прокачивание у нас рывок будет больше. Мне вот интересно, что тратится на использование рывка, я вот пока не заметил этого. Это вот золотая вода, это экспа. Какую-то удочку получили, разблокировано новую систему, усадьба. Теперь у нас есть усадьба в игре. Глядишь, так всю деревню подымем. Что у нас в усадьбе? Давай посмотрим. Ух ты. Теперь вы можете вырастить новое стадо. Усадьба наконец-то отремонтирована. Теперь можно выращивать скот и собирать еду. Чем больше у вас скота, тем больше еды вы будете получать во время каждого сбора. Нажмите здесь, чтобы приступить к сбору. Теперь можете вырастить новое стадо. Готово. Так, у нас тут время есть, да, получается? Это у нас для сбора. Довольно забавно выглядит. Вырастить 15 животных. Так, давай-ка посмотрим профиль. Какая привязка есть в этой игре? Так, визитка. Это у нас что такое визитка? Это, по-моему, да, ну это карточка персонажа. Так, давай-ка я заскриню это. Как раз указан номер сервера, ну рейтинг сервера, так, союзов нет, полученных медалей тоже. Даже можно более крутые доспехи подобрать, круто, мне нравится. Довольно приятная игрушка. Так, вот настройки, так, звуковые эффекты, подбор, так, извините, я сейчас разберусь с паролем. Итак, пока на данный момент я пока сделал привязку Google. Тут еще есть Facebook, Twitter. Ну так вот, аккаунт у нас привязан. Европа S23 сервер у нас, да? Имя Волк Рагнар. Можно было, конечно, Фенрир написать. Может, имя Фенрир взять, но значит Рагнар мне кажется плагиат больше. А имя можно поменять? Как и все стратегии, ребят, довольно приятное управление. Ну, еще надо кое-что здесь подправить, мне кажется, в последующих обновлениях. Ну, уверен, игрушка наберет популярность среди фанатов викингов сериала. Кстати, сейчас следующий выйдет «Викинги Вальгалла». В скором времени будем ждать этот сериал. Посмотрим, чем он нас порадует. Ну что ж, с вами был Iron Wolf. Играйте только в самые крутые игры, смотрите аниме и слушайте только хорошую музыку, ребят. Увидимся в следующих обзорах новинок игр от Google Play. Всем сайонара, друзья! И отпразднуйте вместе с Тором это видео.